Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Fit Shuttle гибрид 2012 год. Серый цвет, бензиновый двигатель объемом 1,3 литра, 88 лошадиных сил, гибридная установка в 10 кВт, АКПП, передний привод, литые диски, хорошая резина, пробег 141 тысяча километров, аукционный балл 4. По салону у нас ухоженный темный салон, комбинированный ткань кожи. Не прокуренный. Климат-контроль, кондиционер, мультимедиа. Круиз-контроль. Анти-юз, режим эко. Электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 84. 93. 82. 90. 95, 87, 90, 96, 88, 76, 92.